извините, можно вам задать вопрос? Да, конечно. Моряка. Вот такой вопрос. Как вы считаете, человеку на благо или во вред знать день своей смерти? А во благо, конечно. Почему? Ну как? Ладно, слушай. Интересно. А почему? Нужно. Вы бы хотели знать день своей смерти? И что бы вы с этим сделали? Ничего. Девочки, можно вам задать вопрос? Что такое? Да. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, на благо человеку или во вред знать день своей смерти? Нет, конечно. Что? Благо, ничего в этом хорошего нет. То есть, вот вы хотели бы знать? Нет. А почему вот вы хотели бы? Чтобы спланировать дальнейшую свою жизнь и все. То есть включить обратный отсчет, чтобы был обратный счетчик. Осталось сегодня столько, а завтра на один день меньше. Да, именно так. А вы почему не хотите? Нафиг надо. Меня так все устраивает. То есть ощущение, что вы живете вечно? Ну да, я покажу, что живу вечно. Человеку нужно знать день своей смерти? Ну, если односложно, конечно, нет. Почему? Зачем человек будет испытывать не то чтобы страх, а там волнение, что-либо такое, тревогу? Ну, страх, конечно. Ну, более сильные люди, они, наверное, не страшатся. Конечно, нет, ни в коем разе. Вот как вы считаете, во благо человеку или во вред знать день своей смерти? Во благо. Во благо? Вот очень оригинальный ответ. Все отвечают во вред. Вот почему вы считаете, что во благо? Ну, значит, человек больше успеет в жизни своей сделать, если будет знать, и будет жить по-другому. И критерий, наверное, будет добро. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Во вред. А почему? Ну, просто он будет комплексовать и скажет, ой, да ладно, не буду ничего делать, все равно тогда умру. Ну, все равно умирать. Но когда не знаешь, что это лучше. Человек не должен всего знать. Зачем, например, знать, что например, завтра умрет? Вот, например, если бы вы знали, что завтра умрет. Есть такой хороший фильм, Штир Снайдер снимал, немецкий. «Достучаться до небес». Да. Когда они тоже знали день своей смерти, сколько им осталось, и они хотели сделать все за, буквально за эту неделю. То есть, ну, наверное, я бы тоже постарался как-то последние свои минуты, как бы, может, сказать те слова, кому еще не успел сказать или хотел сказать, и почему-то не сказал. Вот если бы мне сказали, что парень, тебе осталось 12 часов жить, я бы сейчас упал на колени и не вставал все 12 часов. Молились бы все 12 часов. Если бы я это знал. Но я этого не знаю, поэтому приходится миром, как говорится, наслаждаться, якобы. Как вам кажется, человеку во вред или во благо знать день своей смерти? Во вред, во благо. Конечно. Вот, интересно. Вот вы говорите во благо, а вы говорите во вред. Почему во вред? Ну, потому что надо всегда быть готовым к смерти. А так, если ты знаешь, что тебе еще 40 лет жить, так будешь и колбасить, и знать, так я еще успею покаяться, и все. А когда человек не знает, он должен всегда быть готов, он должен всегда быть и чистым, и все у него должно быть А вы хорошо. Почему считаете? Я считаю, что чем больше человек думает о смерти, тем меньше он грешит. Вот. И я считаю, что такие болезни, как рак, это дар Божий. И человек может заранее подготовиться уже к концу. Извините, можно вам задать вопрос? Да. Вот как вот вы считаете, человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Да лучше бы не знать, наверное. Вы считаете? А почему? Ну, потому что страшно. Страшно, да. Страшно. Да. Конец, как правило, это отрицательная эмоция. И не нужно. А вы считаете, смерть – это конец? Я думаю, что да. Да, я тоже так думаю, что... Ничего там нет больше. То есть не надо к смерти готовиться? Не надо. Не надо. Психологически, может быть, нужно, чтобы это спокойно воспринять, как естественный уход. Психологически нужно, но постоянно думать об этом, я думаю, не нужно. Страшно. Намного в жизни больше хорошего, чем... А у древних говорили, мементо море, помни о смерти. Помни о смерти, чтобы вот здесь делать благо. Потому что все закончится, и чем тебя вспомнят... Будущее, ну, вы же, следующее поколение. Вы же не верите, что после смерти что-то есть?
Как она ничего же говорит, нет, но, да, по, ничего нет, но память останется. Дети, внуки, все равно, дети, да, внуки, нас, как будут о тебе? Мне важно, чтобы обо мне внуки, конечно, думали, да, хорошо. Вы уже прожили жизнь. Как вы считаете, человеку надо или, может быть, не надо знать день своей смерти? Не хотелось бы. Не хотелось бы? Да. А почему? Это трудно сказать. Потому что умирать не хочется, да, или... Хочется еще пожить. В жизни ничего хорошего не видела. Человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Конечно, во благо. Почему? Можно все успеть. Наверное, во благо знать день своей смерти. Да? То есть вы хотели бы знать день своей смерти? Да, наверное. Но знать не хочу, и никто это не должен знать. Даже умирать никто не хочет. На слабой психикой может человек рехнуться. А вы бы хотели знать? Ну, я и так знаю. Так. День своей смерти? Ну, день не знаю, а время знаю. И вас это не смущает? Каким образом? Некоторые боятся, комплексуют, думают об этом постоянно. Ну, у меня другая философия. Я не комплексую, не думаю, я о переходе знаю. Можно вам задать вопрос? Да. Вот как вы считаете, человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Во вред. Ну, почему вот вы не хотите знать день своей смерти? Будет обратный отсчет, знаешь, что точно, вот до этого дня точно с тобой ничего не случится. Гарантированно. Но вот обратный отсчет. Так неинтересно. Ну все равно же есть обратный отсчет. Ну больше 100 не проживете. Ну почему? 100 лет. Зачем расстраиваться каждый день? Ну, просыпайся, да, думая то, что тебе осталось там 360 дней. А вот вы хотели бы знать день своей смерти? Хотели бы. Хотели? А почему? Не знаю. Подготовиться. Подготовиться. А вы? Ну, блин, не знаю еще. То есть не хотели и хотели? Не хотели бы знать свой день своей смерти? Ой, да хотела бы, но я к этому отнеслась бы очень спокойно, честно. Потому что, во-первых, этого знать никто не может точно. А во-вторых, мне кажется, каждый человек все равно подсознательно знает день своей смерти. Есть же люди, которые знают, что рано умрут, поэтому торопятся жить. А зачем торопить? Вот ты узнаешь срок. А после срока что получается? Ты стремишься к этому. Нехорошее состояние будет у тебя. Вот как вот вы считаете, человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Ну, вообще лучше не знать. Нет, лучше не знать. Почему? А не хочу, так спокойнее. Думаю, что не во благо. А почему? Иначе он может многое изменить. Что вот, именно? Тот в своей жизни тот период, который, так сказать, будет знать якобы конечно. На ваш взгляд, человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Я считаю, что во вред. Почему? Ну, это мое личное мнение, я бы не хотела знать эту дату. А вы как считаете? Я тоже считаю. Почему во вред? Ну, потому что это будет угнетать. Будешь ждать, когда, что, как. А так, когда неизвестность, а вдруг удастся подольше прожить. Нужно человеку или не нужно знать день своей смерти? Не нужно. Почему? Ну, понимаете, он будет зацикливаться на этом. И иногда изменять в своей жизни какие-то события. Бояться их. Бояться. Смотрите, он просто будет бояться ждать эту смерть.
человеку полезно знать день своей смерти или нет? Нет. Почему? А страшно будет жить вот этот промежуток времени и думать, вот скоро-скоро меня не будет. А еще, не дай бог, если болеть, так вообще, это пытка. Ну, а вы бы хотели знать день своей смерти? Да, в принципе, любое знание в пользу. Главное, уметь его использовать. Человеку нужно знать день своей смерти? Зачем? А почему? Нет. А потому что, понимаете, это зависит от психики человека. Понимаете, другой янтры не хочу. Хотя я спокойный, нормальный человек. Я тоже считаю, что не надо знать. Почему? Ну зачем заранее волноваться? Все равно рано или поздно будет. Может, к этому как раз успеть психологически подготовиться? Ну да, еще готовиться к этому. Но все равно всю жизнь мы готовимся к смерти. Не готовимся. Не готовитесь? Скажите, пожалуйста, как вот вы считаете, человеку на пользу или во вред знать день своей смерти? Сложно сказать. Ну, вы хотели бы знать день своей смерти? Нет. Почему? Зачем? Ну, чтобы жить концентрированней. Да, подготовиться и жить концентрированней. Нет, лучше пускай будет так, неожиданно. Вы хотели бы знать день своей смерти? Нет. Не хотели? Нет. А почему? Не считаю в этом какой-то цели. То есть смысл есть какой-то в смерти? В смерти нет. Нет смысла? Нет. Человеку во благо или во вред знать день своей смерти? Все зависит от ситуации. Понимаете, когда... Это страшно, конечно, узнать, на мой взгляд, день своей смерти, но зато человек обратится к Господу, и вот то оставшееся время он проведет достойно. Он сожмет время. Он в это время вложит столько себя и в себя примет, сколько он, может быть, за 20, за 30 лет не примет. Как вам кажется, вот у смерти вообще есть смысл? Какой смысл смерти? Может быть, задать вопрос, в чем смысл жизни? Нет. В данном случае я хочу спросить, в чем смысл смерти? Ну, должно быть постоянное обновление мира. Поэтому, наверное, совершенно закономерно, что на смену поколению приходит поколение, на смену природе во всех ее проявлениях тоже приходит обновление. То есть смерть нужна для обновления? Да. Thank you.
Thank you.